печатных фондов. В 2016 году Хасан Раухани посетил армянскую столицу и сказал следующее: «Мы считаем Армению дружественной страной и желаем еще большее потепление и развитие двухсторонних отношений», заявил президент Ирана Хасан Раухани в ходе встречи с армянским коллегой Сержем Сарксяном в Ереване. Поблагодарив президента Республики Армении, Раухани отметил, что бесконечно благодарен и очень рад визиту в прекрасную страну – Армению, и в ее столицу – Ереван. «Мы обе стороны относимся к одной и той же культуре и цивилизации. Отношения народов двух стран всегда были теплыми и дружественными», – сказал президент Ирана. В столице Ирана проходила встреча между президентом Ирана Хасаном Раухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Иран готов расширять сотрудничество с Арменией в энергетике и увеличить в республику поставки газа. Об этом заявил иранский президент Хасан Раухани. Добро пожаловать в Иран. Поздравляю вас с произошедшими в Армении изменениями, которые прошли демократическим путем. Наши исторические отношения всегда были дружественными, и мы хотим, чтобы они еще более укрепились и развивались. Иран всегда стремится иметь хорошие отношения с соседями, в частности с Арменией, и продолжать их. Уверен, что ваш визит в Иран будет способствовать дальнейшему укреплению двухсторонних политических, экономических и гуманитарных отношений, заявил Раухани. Раухани выразил уверенность в том, что политической воли обоих сторон достаточно для продолжения укрепления армяно-иранских отношений. Собеседники выразили уверенность, что в будущем Армения и Иран не только сохранят основанные на взаимном доверии отношения на высоком уровне, но и расширят и углубят их. «Я убежден, что в наших отношениях открылись новые возможности, и у нас есть политическая воля для их реализации». Как вы считаете, это выгодное партнерство для Армении? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Будем надеяться, что это все правда и страны найдут общий язык во всех сферах. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.